Господу. Мне было проведено две операции в Минске, то есть стою перед вами здесь. Одна операция 2 часа, вторая операция была 40 минут. И при второй операции был найден коронарный сосуд, который был забит на 100%. То есть любую секунду мог умереть, то есть мог бы быть инфаркт. Только я один знаю, и знаете вы, что это сделал все он. Благодарю вас за молитвы. Слава и хвала ему. Слава и хвала ему. Сладостны источники твои, источники всех благ и вдохновений. Господь, я признаюсь тебе в любви, и это плод твоих благословений. Поет мой дух, от счастья поет, он Богу воздает благодарение, а Бог ему в ответ верой льет поток любви и дождь благословений. Поет мой дух, от счастья поет, он Богу воздает благодарение, а Бог ему в ответ верой льет поток любви и дождь благословений. Ты душу мне собою наполняй, шепча мне откровение на ухо, и сокрушай мне сердце, сокрушай дыханием своего Святого Духа. Поет мой дух, а счастье поет, он Богу воздает благодарение, а Бог ему в ответ не мера льет поток любви и дождь благословений. Поет мой дух, а счастье поет, он Богу воздает благодарение, а Бог ему в ответ верой льет поток любви и дождь благословений. Тот, кто милость Божию познал, и сердце у него не сокрушилось. Поет мой дух, а счастье поет, он Богу воздает благодарение, а Бог ему в ответ мера льет поток любви и дождь благословений. Поет мой дух, а счастье поет, он Богу воздает
благодарение, а Бог ему в ответ и мера льет. Поток любви и дождь благословений. Слава Богу.